Так, вот оно сейчас должно появиться. Вот оно. Смотрите. Это полностью безумное чудовище. Так. Какое оно агрессивное. Так, стоп, что это? Это ушица. Он опять улез в свою нору. Ну, наверное, до следующих встреч, дамы и господа. Вы Гиденбарай? Нет, я сладкоежка из вчерашней серии. А, вы сладкоежка. Из вчерашней? Да. А может, из сегодняшней? Наверное, скорее всего. Понятно. Сейчас мы вас будем исследовать. Не надо, не надо. Надо. Так, что это у вас тут? Ножки. Не снимайте это. Отвесну. Какой-то кошмар. Отвечайтесь от меня, что вам надо. Дайте я поближе сниму вас лицо. Мы будем изучать вас в музее. Мерзавец. Нельзя. Нельзя. Ладно, снимайте. Так. Сколько хотите. Тихо, 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 тихо. Подожди. Ага. А вот неопознанный зверь. Вы что тут делаете? Вы кто? Я? Да, что за порода? А? Я бешеный пилист. А? Бешеный пилист? А? Мы видео снимаем. И врага не делай. Это королева природы Атлантиды. Я зовут Настя. Скажи что-нибудь, Настя. А я принц природы. А где Атлантида? Вот это все. Здесь была еще колонны маленькие сделаны. Это была такая стена вот здесь стояла. Но мы сегодня, по-моему, еще постараемся доделать. Ну тогда делайте. А это второй принц. Я не принц. А кто тогда? А потом Бэтмен. Снимем. Бэтмен. Окончательно, что получилось. Это Атлантида, наш город. Поцеловали. Прямо в глаз. Это ненормальный город. А? Настоящий город затонул, а они как-то его воскрешили из мертвых. Понятно. А что тут будет сейчас? Сейчас неистовый ужас. Можно я покажу? У тебя есть один. Давай! Где наш серфинг? Поехали! Боюсь, что не получится. Давайте по очереди. Давай. Первый трек. Тише, тише.
палку села. Стать обладателями эксклюзивной принтированной экипировки пилота авторадио, куда входит бейсболка, футболка, очки, футболка. Без багажника едет, представляете? И получайте честные эксклюзивные от авторадио. Официальный курс доллара на выходе Так, ну что, это новый заезд. Подожди, Валя. Ну вы попробуйте вместе сесть-то. Это самый. Пап, экстремальный спорт. Ну что вы делаете-то? А Валя! Валик! Еще одна попытка. Мы сидим вместе на одной сидушке, представляете? Владик, я зовет на тебя. Наконец-то это свершилось. Ну, да, если...